Несколько месяцев потребовалось для строительства и испытания новой, одной из крупнейших комбинированных электростанций в России. И вот она уже готова дать свет. Торжественный запуск чудо-станции состоялся в Нижнеудинском районе. Редкая для нашего региона техника теперь будет работать на деревню Нерха, что в Тафаларе. Станция аккумулирует солнечные лучи и может генерировать электричество из дизельного топлива. Этой новинке безмерно радо все население деревни, около 200 человек. Ведь теперь стабильное электроснабжение гарантировано всем жилым домам, соцучреждениям, в том числе новенькой местной школе. Обошлось благо цивилизации почти 80 миллионов рублей. Но оно того стоило. Благодаря возобновляемым источникам энергии, в этом случае солнечной, получится сэкономить минимум 50 тонн солярки, а также хорошую сумму на доставки этого топлива в труднодоступную местность. В пересчете на все время эксплуатации станции получится солидная экономия.